Всем привет, с вами канал ХМ. Изначально, когда вы установили CS 1.6, да, у нас FPS от 40 до 60, смотря как компьютер. Чтобы поставить свои родные 100 FPS, мы заходим в настройки, видео, убираем галочки с Enable HD модель и верхней синхронизации. Ну, запустить в окне уже по умолчанию, как вам и разрешение, и режим дисплея, смотрите сами. Применяем. Вот мы добыли свои 100 FPS. Теперь нам надо снять ограничение со 100, то есть можно, чтобы больше было делать. Для этого есть команда FPS override. По умолчанию стоит 0, мы поставим 1, то есть снимаем ограничение. И далее уже можем мы ставить FPS больше, допустим 150. Вот у нас 150 FPS. С FPS, ну, как себе поставить нормальный FPS, то есть если у вас более-менее такой компьютер, да, новенький там и так далее, то 300 FPS вполне хватит, чтобы играть нормально. Нормально на среднем компьютере, на таком, да, можно поставить от 180, то есть до 200 FPS. Если у вас же слабенький компьютер, то 101 самое то, в принципе, как это было всегда. Ну и все. Вот такой вот забавный урок. Всем пока.